Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда найдется что посмотреть по танкам. Если вы еще не подписаны на этот канал, то рекомендую вам подписаться, потому что в день я публикую по несколько видео. Все они являются информативными либо фановыми, показываю танки такими, какие они есть, делаю обзоры на все, что происходит в нашей игре и делюсь с вами бонус-кодами. Поэтому подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. И да, ребят, данное видео в первую очередь предназначено для тех зрителей, которые являются подписчиками канала. Если вы им еще не являетесь и не планируете им становиться, то я думаю, что вам не имеет смысла тратить время на просмотр данного видео. Но если вы подписаны и вы терпеливый зритель, то узнаете, как получить себе абсолютно бесплатно танчик, ну и, соответственно, поделюсь с вами определенными объявлениями. Итак, первое объявление следующее. Согласно правил платформы YouTube, в день каждому подписчику отправляется не более 3 уведомлений о выходе новых видео на соответствующем канале, на который вы подписаны. И да, ребят, в день я публикую более 3 видео. Поэтому, если вы получили 3 уведомления, посмотрели 3 видоса и не получили уведомление о выходе нового видео, хотя в игре что-то появилось, это не значит, что я не снял соответствующее видео специально для вас. Заходите периодически на канал и смотрите картотеку видео и будете видеть те видосы, по которым вы не получили соответствующих уведомлений. Второе объявление. Это объявление по поводу того, что в альянсе кланов ГСН, а там у нас 8 кланов, в 7 кланах проводится большая ротация, освободилось большое количество мест, ну и если вы хотите занять свое место в этих кланах, будьте добры, список у вас на экране, отправляйте заявки, кратко о том, какие требования и как в клан попасть. Если вы являетесь участником какого-то клана, не выходите из него, на никнейм главы соответствующего клана, который вам понравился в альянсе кланов ГСН, напишите сообщение «хочу попасть в клан», ну или что-то подобное. Если вы не находитесь в каком-то клане, то, соответственно, сделайте то же самое и при этом подайте заявку в соответствующий клан. Обязательно в настройках игры поставьте получать уведомления не только от друзей. Это позволит мне отправить вам правила кланов, с которыми вам необходимо будет ознакомиться. В отношении требований к игрокам. Требований практически нет. У вас должны быть танки, начиная от 8 уровня, причем проходников достаточно, и не обязательно иметь коллекционки либо премы. И плюс к тому, ребят, вы должны иметь у себя на счету хотя бы 800 боев и более. Любая другая игровая статистика нас абсолютно не интересует, нам главное, чтобы вы были хорошим и приятным человеком. Жду ваших заявок в кланы. Ребят, количество мест ограничено, поэтому поторопитесь и добивайтесь принятия вас в клан. Не сидите спокойно сложа руки, если просто подали заявку в соответствующий клан. Ну и, ребят, третье объявление. Это объявление, как я уже сказал, для тех, кто является подписчиком канала. Если вы подписаны на канал, то пишите в комментариях следующее. Я подписан, указываете ориентировочное количество времени, сколько вы являетесь подписчиком канала, ну и, соответственно, указываете свой игровой никнейм на евросервере. Если вы не подписаны и подписались только что на канал, для розыгрыша это тоже ничего не вменяет. И здесь достаточно написать «Я подписался только что» и написать свой игровой никнейм на евросервере. Где тех ребят, которые поставят соответствующие комментарии под данным видосом, будет разыгран коллекционный танчик. Какой? Говорить не буду, это сюрприз. Но в любом случае, все розыгрыши провожу всегда на прямых трансляциях, для того, чтобы все видели, что они проходят честно. Кстати, на эти прямые трансляции всех вас, друзья, и приглашаю. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока!